Первый вопрос повестки дня – о состоянии законности и правопорядка в городе за первое полугодие. Подробную информацию представил новый прокурор Димитровграда Игорь Силантьев. Это его первое выступление в Гордуме. Вопрос, который потребовал незамедлительного решения депутатов – это разрешение 9 школам передать пищеблоки безвозмездное пользование ферме «Альтернатива». В результате конкурса это предприятие будет по договорам обеспечивать социальное питание. Данный вопрос уже обсудили профильные комитеты. В итоге депутаты настояли, чтобы в договоре четко было прописано обязательство «Альтернативы» по проведению ремонта в пищеблоках и, конечно, конкретные сроки. Что они будут делать ремонт из того, они обязуются, что они будут нам менять оборудование. Просто хотелось бы, чтобы к этому договору безвозмездного пользования был приложен этот график, когда это все будет. Депутатов заверили, что график есть. Более того, работы по ремонту и переоборудованию школьных пищеблоков уже ведутся. Безвозмездное пользование на несколько лет депутаты разрешили, но с постоянным контролем. И сегодня мы принимаем решение и четко устанавливаем контроль. Есть необходимость, мы каждый месяц будем, значит, смотреть за тем, как кормят наших детей. Депутатский корпус также утвердил изменения в плане приватизации имущества города, благодаря чему местная казна получит дополнительный доход – более 3 миллионов рублей. Весьма актуальный вопрос – включения депутатов в состав рабочей группы по проверке ряда объектов, в том числе и водных, на предмет безопасности. Всего городская дума рассмотрела 23 вопроса. В августе депутаты уходят на каникулы. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.